Севастополь, которая традиционно проходит уже 23 года по инициативе Оргкомитета Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя. Дворец культуры Севастопольский. При поддержке Департамента культуры города Севастополя и Центра народного творчества нашего города Севастополя. Много народов разной национальности живут в нашей стране. И у каждого свои обычаи, традиции, сказки, музыка и, конечно же, песни. Сегодня наш фестиваль посвящен народной песне. В старину говорили, кто с песней живет, того кручина не имел. На нашем фестивале вы услышите крохотную часть того богатства, что оставили нам наши предки. Ведь песни – это соль земли, в них частица души нашего народа. Очень давно возникли первые песни, и с тех времен стала песней верной спутницей человека на протяжении всей его жизни. Народные песни живут уже веками, и все это время, а также они дороги нашему сердцу, родителям, бабушкам и дедушкам, каждому поколению народа. У древних славян песни были на все случаи жизни и на любое время года. Прикоснитесь к этому потрясающему миру прямо сейчас и почувствуйте всю его глубину. Открываем наш фестиваль «Народный хор славяне». Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя, Дворец культуры Севастопольский. Руководитель Анна Корж. Thank you.
Заслуженный работник.
народной культуры Украины Александр Мизеря. Встречаем громкими овациями. Скажи, скажи, Калина, как попала.
Мы слышим все, чем живут не только люди, но и целые народы. Народная музыка считалась природной, естественной музыкой, не подверженной городским влияниям. Следующее выступление для вас подготовили участники вокального ансамбля «Ивушки», государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя, Орлиновский центр культуры и досуга. Руководитель Владимир Михин. Встречайте наших спектаклей.
приглашаем народный коллектив, народной песни «Раздолье», государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя, культурный комплекс «Корабелы», руководитель, заслуженная артистка Крыма Алла Тер-Акопян, аккомпаниатор Владимир Макаров. Давайте встретим. Thank you.
песни «Раздолье» – государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя, культурный комплекс «Корабел» Людмила Киртянова. Печаль и горе.
Централизованная клубная система. Руководитель, заслуженный работник культуры Украины Александр Мизерин. Давайте встретим. Thank you.
главной песни. Есть и юмористические, и сатирические. В них отражается веселый и неунывающий нрав русского народа, который просто не привык грустить. И следующий ансамбль раскроет именно это направление. Встречайте! Народный ансамбль «Хорошее настроение». Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя. Балаклавская централизованная клубная система. Руководитель Галина Ермолаева. Yeah.